Вместо галстуков повседневная одежда, в руках инвентарь, а настрой боевой. Уборка Барнаульского парка «Лесная сказка» началась в 10 утра. Провести ее приехали журналисты, известные общественники и депутаты края. Очень хорошо, что сегодня день начинается у нас в таком замечательном месте. В зоопарке, куда совсем скоро придут жители города со своими детьми. Очень много гостей посещает это место. Субботник – это очень старая, добрая, хорошая традиция. И я считаю, чем больше таких мероприятий, тем чище и приятнее будет жить в нашем городе. Идею организовать совместно с депутатами субботник предложило информагентство «Политсипру» после общения с директором парка «Лесная сказка». Сергей Писарев, будучи депутатом АКЗС, решил, что парламентариям будет не лишним поработать на благо родного края не только умственно, но и физически. Мы приводим в порядок наш город после зимней, так будем говорить, спячки, он просыпается. После субботника он всегда становится нарядным, ярким, красивым. Представители разных политических взглядов убирали дружной командой. За шутками и под музыкальное сопровождение не успели заметить, как собрали десятки мешков с мусором. Одно из любимых мест отдыха горожан заиграло новыми красками. Депутаты всех фракций объединились, на самом деле, несмотря на свои какие-то политические взгляды, предпочтения, все сегодня вышли и делают хорошее, благое дело. После уборки представители масс-медиа и депутаты высадили в парке несколько саженцев сосны от компании «Алтайлес» и открыли новую летнюю горку, которую на днях в Барнаульском зоопарке установила компания «Сибстройдвор». Испытать ее маленькие посетители парка смогут в ближайшее время. Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости.